Да все, блин. Нас закрыли, блин, полностью. Поздно подумали, поздно. Ну сейчас, ну не совсем поздно. Ну там вроде давай и поехали там потихоньку. Ну они поехали. Придется ехать тоже вперед. А то сейчас начнут втискиваться к нам. Если можно будет, уезжай. Давай просись тоже туда. Да, не пропустим. Нам нужно в тот ряд самый крайний. Мы туда не вылезем, блин. Вылезем. Потому что здесь мы уже стоим 5 минут. Здесь 5 минут. А вон там будем стоять. Ну там уже поехали сейчас, смотри. А здесь не едут. Там, ну смотри, разгрузилось. Смотри, поехали вон там все. Ну вот этот весь поток нас не пропустит. Да тут сзади что-то поперло, блин, вообще не. Они все и влево едут, видишь? Показывают налево и едут. Надо уезжать отсюда. Потому что... А если по Дзержинке ехать? Так вот я и хочу. Молодец. Смотри. Во! Эти в два ряда. Вся пробка забита. Нафиг. Белорусы забили все, у нас и да. Так машин своих море, и плюс еще эти. Ну, они бизнес делают, им надо срочно все это пока. А этим налево, блин, да, ё-мама. Блин, хоть туда уезжаем. А туда как мы проедем? Через через эту самую, через верх. Ну, как хочешь. Давай по стрелке поедем сейчас.